Шалом, друзья, с вами как всегда Майор. Сегодня я вам скажу о том, как поучаствовать в конкурсе на 15 тысяч алмазов. А я больше не смею тянуть, прижимай лайкос, пиши комментос, а мы погнали видос. В общем-то, ребята, будет всего 25 призовых мест. И что мы получим за эти места? Первое место получает 1000 алмазов. Если вы еще не пополняли 1000 алмазов, то получите 2000 алмазов. Далее, второе место получает ваучер на месяц, а это 1900 алмазов. Потом с третьего по пятое место получает 500 алмазов. С первым пополнением каждый получит 1000 алмазов. Опять же, если не пополняли, то получаете в 2 раза больше. С 6 по 25 место это ваучер на неделю. Как все будет разыгрываться? 15 мест будет разыграно среди комментариев. То есть, ребята, пишите свой ID под видосиком, ссылочка на который будет в описании. И с помощью рандомайзера можно будет определить, кто выиграл. И, соответственно, кто напишет больше всех комментариев, у того будет больше всех шансов. Комментарий нужно писать не под моим видео, а под видео, ссылочка на которое будет в описании. А оставшиеся 10 мест будут разыграны среди чата на стриме у Андрея FF. Именно поэтому нужно обязательно прожать колокольчик и подписаться на него. Далее, какие условия? Подписаться на спонсоров. Спонсоров всего 8, это очень-очень мало. Далее, открыть свой фид, а это подписки, чтобы можно было все проверить. Как это сделать у вас сейчас на экране? И это у нас обязательное условие. Далее, нужно написать комментарий под видосом Андрея FF, в котором указать свой ID. Итоги у нас будут ровно 11 числа, 11 июля на канале Андрея FF. На него нужно обязательно подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить итоги. Потому что если пропустите, то все, ребята, до свидания, ваши призы. Ну и, в принципе, на этом все. Надеюсь, было понятно. Так что, ребята, пишите комментарии под видосом. Чем больше комментариев, тем больше шансы. Подписывайтесь на спонсоров. И через неделю смотрите итоги на канале Андрея FF. Это все, надеюсь, было понятно. А с вами был Майор. Ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.